Но нашей здесь очень много. Нас здесь с Киева, ну, с под Киева 70 с чем-то человек. Вы перешли пограничники в Австрии, и Красный Крест накормил вас, да? Да, да, да. То есть нас сюда при сопровождении, мы приехали хорошо, спокойно. Уже когда прошлой ночью прилетел снаряд с украинской стороны в сторону, ну, в частный дом, завод Гостомеля, сгорел это 500 метров от нас, мы приняли решение тупо ехать на российские блокпосты сюда. Ну, мы не знали, да, развернут ли нас обратно ребята или примут, но нас приняли. Нас, ребята, приняли, заправили, все. Как встретились здесь?